Едем из Катании в Сиракузы. Дорога занимает на электричке с кондиционером 1 час. Карта Сиракуз. Вот и сами Сиракузы. Первое, что встречает в старом городе, это памятник Архимеду. И что бросается сразу в глаза и характерно для Сиракуз, это жара. Единственный пляж в Сиракузах настолько маленький и тесный. Дно моря очень каменистое, нужны резиновые тапочки, чтобы не пораниться. Сиракузы основаны в 7 веке до нашей эры на юго-востоке Сицилии греками из Коринфа. Театр Греко. Потом второе. Может быть, Греко? Греко, да, наверное. Маурисио Дионисио второе. Храм Аполлона в Сиракузах построен примерно в 5 веке до нашей эры. Храм является самой древней постройкой Сицилии. Строили храм Аполлона из песчаника. То, что вы видите, сохранилось до наших дней. За тысячелетнюю историю храм неоднократно перестраивался. Был и мечетью, христианской базиликой и церковью. Тем не менее, археологи его обнаружили, и мы можем любоваться на некоторые сохранившиеся фрагменты и представить, как был прекрасен храм Аполлона в античные времена. На площади Архимеда находится фонтан Дианы. Вокруг площади здание 15 века. В центре расположен красивый фонтан работы итальянца Джулио Маскетти. В центре фонтана фигура Дианы-охотницы, а по бокам расположились сирены и тритоны. Рядом находится музей Архимеда. Возле фонтана приятно проводить время в летнюю жару, любуясь красотой и вдыхая живительную свежесть воды. Дворец Вермексио построен в 17 веке архитектором Джованни Вермексио. Из убранства виден герб «Двуглавый орел». И вверху ящерица, означающая авторство проекта. Далее на Соборной площади находится Кафедральный собор, построенный на месте храма Афин.
строение 5 века до нашей эры. В 7 веке храм перестроили в христианскую церковь, а в 1693 году, после очередного землетрясения, храм приобрел барочные черты, дошедшие до наших дней. Далее расположена церковь Санта Лучия Алла Бадия. Первые упоминания о церкви относятся к XIV веку. Церковь посвящена святой покровительнице города и покровительнице слепых святой Луции. В церкви хранится работа Караваджо – погребение святой Луции. Это родник Аретузы, в греческой мифологии нимфа-охотница, в которую был влюблен речной бог Алфей. Алфей гнался за ней, и после мольбы к Артемиде она превратилась в поток и поселилась у Сиракуз, превратившись в источник. Справа море, соленая вода, слева источник с пресной водой. В Сиракузах в III веке до нашей эры жил математик, инженер и физик Архимед, который сделал множество открытий в механике, геометрии и гидростатике. Архимед погиб от рук римлян во время осады Сиракуз.